Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, с вами я, Алекс Хилл. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Истоки. И мы будем выполнять сейчас задание, главное, по сюжетной линии. Нам нужно узнать у Софии, что нужно мятежникам. Ой, что это? А, это здесь добывают нитрит, по-моему. Да, это нитрит для бальзамирования и хранения трупов этих. Так, ну пойдемте узнаем. Тут мятежники какие-то говорят. Привет. Ну, чё? Хай десешен герех. Рада тебя видеть, Намрут. Нефертари выслала подмогу. Его зовут Байк. Это близкий друг Нефертари. Я попросил его прийти, и он любезно согласился помочь. И не ты один. Слышал, вы в беде. Я должен Нефертари. Так, если ты готов, следуй за мной. Не отставай, нас ждет долгий путь. Ну пошли уже, хватит базарить-то. О! Я на своей. На пути к приискам было тихо, но это может измениться. Будь готов ко всему. Да мы готовы всегда ко всему. Они сейчас увидят мою чудо-лошадь и охренеют. Может, сомнения? Не люблю менять планы. Эти земли таят беды. Бандиты, солдаты, живность. Лучше передвигаться ночью. Да? Так спокойней. Где ваш лагерь? Зато ни хрена не видно. В старой крепости на западе, куда мы отступили. Что произошло? На соседний лагерь напали. Солдаты задавили нас числом. Много наших полегло. Сколько раненых? Хватает. Хорошо еще. Блять. А вот и... Мы справились. Да ё-моё, ты куда вообще? Зачем ты вообще сюда подбежал? Блять, начинается. Смотрите. Какое-то осиное гнездо мы разворошили. Что на неё нашло? Сюда! На помощь! Да блять. Вот так вот. А, правильно, правильно, сено. Сейчас я ему палкой еще дам один разочек. И все будет супер. Это кто там, блядь, меня стреляет? Все? Хватает. Хорошо еще, что рядом прииски. Лекари творят чудеса. Без Нефертари мы бы не справились. У нее доброе сердце. Рискует всем. Все-таки прииски в руках власть. Пересечем мост. Будем в безопасности. Мост? Каменный. Ночью, говорит, передвигаться, говорит, безопасно. Гопники повсюду. Как можно быть безопасным? Мы на месте. Так, и что делать надо? Когда зайдем внутрь, я хочу, чтобы ты помог раненым, а Суфия займется натритом. Ну давай. Надеюсь, все наши целые. Ну, я тоже на это надеюсь. Пора приступать. Давай. Майк, ступай к Намруту. Он расскажет, что делать. Раненые. Жуть. Отнеси их туда. Как же печи. Холодно. Сюда. Куда? Соберем их вместе. Суфии так будет проще. А вас намного меньше, чем я думал. Четверо их. С ним. Да. Ну и что? Зато мы едины. Я сам едва жив. В этот раз боги помиловали. Да. Осторожно! Что-то вас немного, действительно. А. Я думал, здесь хотя бы армия, там, человек 10 там. А тут три трупа практически. В полной жопе, можно сказать. Так, я все. Они тяжело ранены.
Но выживут, если Суфия подстать Нефертари. Вы с Нефертари друзья, да? Вроде того. Она спасла меня, когда я убил Руджика. Так это ты убил Руджика, да? Поверить не могу. Боги! Сигнал! Какой сигнал? Наш враг заметит его! Опа! Нас обнаружили! Подожди, так это же это... Мятежники! Вперед! Убьем их всех! Да лучники! Готовьте стрелы! Раненых обьем поток! Сражаться бесполезно! Нас тут больше! Да иди ты нахер! Купите оружие! И мы убьем вас быстро! Да? Да я скорее отрублю тебе голову! Тот, кто отверг власть Птолемея, умрет! Блять, промахнулся! Сразись со мной и умри! А этот дерется на стороне мятежников! Выбор глупца! Ай, блять! Так, кто там еще? А, вот он. Все, ты его убил? Слушайте, так это же подожгла эта чувиха. Ты охренела? Ты зачем это сделала? Ты зачем это сделала, падла? Ты! Знаки! Это ты! Зачем? Руджик! Моя любовь! Ах, наш ёпта! Наш дала лучшая жизнь! Теперь он мертв! Я понял. Ты его наперстница. Руджик убил моего сына! И ты не лучше него! Тогда ты умрешь! Давай! Ух ты! Это было сильно топором. Очень жаль. Красивая была. Красоте нет места на войне. Смерть заставляет делать то, о чем мы жалеем. Она обманула нас. Твои люди... Подставила. Гора трупов растет. Выживших вылечим. Нет времени искать лекаря. Да, необычный поворот событий. Неожиданно как-то. Так, что там? А, мы получили верховое животное какое-то. Ой, с ним поговорить можно. Прошлое идет за тобой, Байк. Да? Ну ладно. Еще поговорить можно. Отправляйся в путь. Да, я понял. А куда мы отправимся, друзья? Давайте посмотрим. Так, а здесь снаряжение у нас, я так понимаю, добавилось. Что добавилось? Хрен его знает, что добавилось. Давайте посмотрим. Меч служителя Монту. Монту, не знаю. Так, верховое животное. Но мы наше менять-то не будем, 100%. Так, смотрим задание. Давайте на карту сначала. Чё по карте? А чё вообще на карте-то? Ой, смотрите, здесь ещё регион не открытый. Тоже 30-33. Вот регион Аграх большой. Блин, я не знаю. Так, что тут? Давайте в задание. Так, 26-й уровень, болезнь. Так, теперь по карте посмотрим, где это. Где-то. О. Давайте будем тогда уже проходить эти задания. Так, только сначала сменим на день. Ну вот, другое дело. Поговорите с целительницей в трущобах Евхимерии. Ну, пойдемте поговорим. А давайте посмотрим, а это вообще задание какого плана?
Так, основных у нас два. Это морское сражение, 28 уровень, и путь Габинианца. Так, ну да, давайте сначала болезнь сделаем. А за... Блин. Где перейти-то реку вброд? Что-то далековато. Бежать. Нахер, нырнем. Не хотел мочить ноги, но ладно. Бежать намного дальше вброд. Так. Опять баба. Сжигать тела. Эй, не сжигай тела. Боги покарают. Души мертвых будут прокляты. Мне очень жаль, но это надо сделать. Почему? Сами боги наслали на нас эту болезнь. Сожжем мертвых, спасем живых. Как вы здесь ходите? Что воняет, наверное. Может, чума? Друг, я не знаю. Старики слегли первыми. Родители видели, как их любимые отпрыски умирают в муках, но сами лежали без сил. Слишком жестоко. Даже для гневящихся богов. Никому до нас нет дела. Помоги нам, чем сможешь. В Файюме на бедняков всем плевать. Ну ладно, давайте поможем. Чем сможем. Ну стопудово их кто-то травит чем-то. Дети мои, я знаю, вы голодны. Владыка Сепик накормит вас. Так, больной. Еще один день, чья семья потеряет свой надежд. А вот что такое? Раньше они ели на кухне для бедных. Но солдаты стали их гонять. Да, непонятно, что они хавали. Надо его поискать. Амбар. Амбар нашли. Так, давай посмотрим на труп. Я не вижу на теле чумных отметин. Да это отрава, Байк, 100%. Их кто-то травит. Так, а вот здесь хавка. В этих горшках приправы. А это что за мусор? О, какое гнилье. Да уж. Воняет страшно. Есть это нельзя ни в коем случае. Этим варевом нельзя кормить даже крыс. В нем сплошная гниль и специи, чтобы отбить вкус. Надо поговорить с поваром. Себик заботится о вас. Эта трапеза скромна, но дарит жизнь. Кушайте пищу. Что это за похлебка? Где ты ее берешь? Ее готовит один купец. Мы бедняки, нос не воротим. Еда ведь. Хочешь попробовать? Нет, спасибо. Нет. Тухлятину не ем. Не знаю, как вас не тошнит. Мне бы поговорить с торговцем. Где его найти? Его дом расположен к югу от рынка. Я покажу. Ну пошли, пошли, посмотрим, где этот тварь живет. Да наградит тебя Севик. Пошли давай. Я видел много богатых земель, где люди жили счастливо. Отчего здесь столько бедных? А, да. Там живут греки. Они платят меньше и процветают. А египетским крестьянам приходится покидать эти земли. Если хозяин уедет, что будет с землей? После смерти хозяина земля снова свободна. Круто. Значит, мы убьем хозяина. Забирают греки. Плохую забирают в пустыне. В любом случае, египтяне голодают. Уходят в бедные кварталы. Нам наверху отличный вид. Я думаю, мы этого не допустим, чтобы наши египетские братья жили в нищете. Ну что, ты сама не знаешь, куда идти, что ли? Блин, надо было лошадь брать. Пришли? Это кошак. Дом торговца, который нас кормит. Кошки здесь кажутся толще нищих на улице. Да уж, это точно. Где этот хреногрыз-то?
Владелец явно важный человек. Да. Похоже, не все египтяне равны. Куда там? Некоторые равнее других. Ой. Выходи, тип. Какой ужас! Вот почему люди болеют. Кто это сделал? Пора нам встретиться с этим торговцем. Пусть попробует свою стряпню. Кто ты такой? Это мой дом. Заблудился? Выясняю, почему ты травишь бедняков. Полагаю, тебе нужны их земли, а мертвые молчат. Ты говоришь о болезни в трущобах? Что бы ты ни слышал, уверяю тебя, это злые сплетни. Я просто стараюсь помочь. Я был на твоей кухне, и я все знаю. Ты ответишь за то, что сделал. О, вот как. Это все меняет. Ты вторгся в мой дом. У меня есть право его защищать. Давай, давай, бла-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 бла. Будьте посговорчивей. До этого бы не дошло. Мы могли бы договориться. Да, могли. Я не хочу умирать. Да ты падла. Умри, сука. Так, ну давайте добьем его наверняка. Он продавал смерть нищим в обмен на их землю. Козел. Алчность стала его болезнью. Скучать никто не будет. Все хорошо. Да не бойся, я тебя не трону. Больше не надо жечь тела. Ну что ж, 3000 опыта мы получили. Так, а может быть здесь есть что-нибудь? Тин-дин-дин, нет ничего. Так, задание. Морские сражения. Ну давайте возьмем его. И где оно? 800 метров. А где? Вот оно. Перемещаемся. Итак, 150-160 метров. Пойдемте узнаем о морских сражениях. А что это за статуя такая, что я раньше не видел? А, это этого. Не, я ее раньше не видел. Крокодила, что ли? Да, это статуя крокодила. Блин, потерял. А, вот. Вы слыхали историю об отважном капитане Фоксиде? Давай, рассказывай. Ты сказал, богиня Сивы? Как ее звали? О какой битве ты говоришь? Ты не слышал? Нет. О, друг мой, слушай внимательно. Давай. Я расскажу, что случилось. Легенда гласит, что греческий капитан и египетская богиня отплыли из Александрии за тем, чтобы найти флот габинианцев. Лишь прочная трирема и верная команда против прославленных боевых кораблей. Плавучие горы, что несут по 10 тысяч человек и полыхают всепожирающим огнем. Где эти шакалы-габинианцы? О, друзья, мы... Лазутчик сказал, они пройдут здесь. Наврал, сверну его тощую цыплячью шейку. Кто такие габинианцы? Откуда они взялись? Изгои из Рима, возжелавшие Египта. Предатели все до одного. С римской дисциплиной и жестокостью птолемейцев. Противники как раз для нас. Что ж, остановим их, пока они не нашли флот Птолемея. Мы найдем их, Ая, и отправим на дно. Эти морские крысы не переживут нашей встречи. Что скажешь, Дамаст? Мы с тобой, капитан! Алла-ла! Алла-ла-ла! Итак, мы на корабле с Аей. Там! Где? Это весь их флот?
матча Посейдона. Блять, летят это стрелы. Это всего лишь малая часть их полной мощи, судя по всему. Только три ремы. Ни следа проклятых октарям. Так, ну они не долетают когда до нас. Лучше для нас. Мы потопим их по одному. Вперед, приготовить стрелы. Идем в атаку. Никакой пощады. Они-то так, нас точно не погнали. Пощадят. Давай, боевой разгон. Ремы? Что же нам делать? Забудь про страх, Дамас! Они просто нас еще не знают! Кидайте в них бомбами, бомбами! Блять, а что теперь делать-то? Стреляйте! Бомбам, давай бомбы швыряйте! Нас атакуют! Скорость! Ускориться! Так, вон летят стрелы! Сейчас развернемся. Да хер с ним атакуют, не ссы. Давай, таран. На, бля. Кидайте бомбами. Удар! Готов стрелять, стреляем! Бомбы кидайте, нахер стрелять. Еще. Идем! Бля! Нас атакуют! Сейчас. Удар! Тихо, не ссыте. Сейчас мы вот этот корабль расхерачим. Передайте! Нас атакуют! Да насрать! Таран! Тихо. Копим хпшечку. Да приготовились уже, приготовились. Блин. Херачат они не по-детски. Блин, их до хрена. Давай, на таран. Приготовились. Отплываем. Швыряй бомбы. Не спешите. Во, огненные бомбы. Удар! Наращиваем темп. Готов стрелять. Вот так вот. Стреляем. Давай, давай еще. Так, теперь разверну. О! Вовремя мы. Идем на таран! Давай, давай, на таран! Нас атакуют! Да хер с ним, сейчас мы. Ответный огонь! Еще один подарочек Посейдону! Ой, блин! Нас тоже чуть-чуть подцепило. Так, остался один. Сейчас будет удар! Бомбы! Пали эту скотину! Давай, 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 копись! Готов стрелять! Копись, копись, копись! Вот так вот! Еще, давай, давай, давай! Все! Кабинианцам пришел конец! Все 20 боевых кораблей оказались в объятиях Посейдона. Одни, вопреки лютой ярости ветров и морей, они победили! 20? Даже Помпею не потопить столько кораблей. А ты не умничай! Я это слышал от того, кто там был! Капитан, это победа! Габинянцам конец! Да? Не ну, торопись, ладно. Сынок! Мне доложили, что кораблей больше. Это не весь их флот. Идем на восток. Отправляемся в пасть крокодила, если верить вашим лазутчикам. Ха-ха-ха, что с того? Я и не таких зверюк повидал. И все они пали от рук нашего капитана.
Твоя удаль тебя и погубит, капитан. И нас тоже. Больше скорости! Будто вырвавшись из глубин иного мира, снова появилось множество кораблей. Целых 40 смертоносных громадин ждали наших отважных героев. Да и японский бог. Впереди показался еще один корабль. Таких огромных еще не видывал свет. Блять, чувствую, мы сейчас здесь сдохнем. 10 тысяч воинов стояло на его широкой палубе, стуча оружием по щитам. Должно быть, море горит. Это крупнейшее сражение в Средиземноморье. Тишина окутала все. Как вдруг подлые габинианцы отправили сотню огненных ядер прямо на Фоксида и его верную команду. Блять, ну... Стреляем! Так и сыпется сквозь туман, словно в кошмаре. Ха! Не поддавайся уловкам, Дамаст! Они хотят сломить наш дух, но у них не выйдет. Блин! Это пламя! Оно давай! Гаснет. Таран! Сид! Это орудие может нам пригодиться! Есть у меня один приятель приятеля! Можем устроить! Ну-ка! Тихо! Не попадем под обстрел катапульт! И победа за нами! Пора покончить с этим! Тихо! Да, пора на таран пошли, давай. Расхерачим этот корабль нахер. Нас атакуют! Да насрать! Идем на таран! Сбавить темп! Без паники! Без паники! Сейчас развернемся немножко. Сбавляем темп! Куда? Примерно! Спокойно! Ё-моё, мы сейчас сгорим нахер. Не-не-не-не-не, отходим, отходим чуть-чуть. Копим хпшечку и... Давай! Блять, сколько их. Давай! Они сражались как боги! Пришел час славы! Но все это было напрасно! Да что напрасно-то, нормально! Появилось больше кораблей! Их буквально давила огромная боевая армада, будто посланная самим Оресом. Силы угасали. Но команда их снова восполнила. Да ничего не угасает, давайте. Благодаря громовому реву капитана и богини. Еще корабли с востока! Блять. Клянусь Аидом! Похоже, теперь все мерзавцы в сборе. Так... Боги с нами! Ай-я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 й! Победа или смерть! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Готовьтесь к маневрам! Ай-я! Дамас! И вы, лентяи, слушайте! Истцы сломают перья, описывая это! Ё-моё! Чё, десхронизация или чё это? Ай, десхронизация! Они сражались как боги. Пришел час славы. Но все это было напрасно. Ведь появилось больше кораблей. Их буквально давила огромная боевая армада. Будто бомба, посланная самим Оресом. Силы угасали. Тихо. Но команда их снова восполнила. Благодаря громовому реву капитана и богине. Еще корабли с востока! Да насрать, где? Клянусь Аидом! Похоже, теперь все мерзавцы в сборе! Так, боги блин, с нами! Блин! Победа или смерть! Разгоняйтесь! Надо валить от этого корабля, от этого большого. Аня! Дамас! И вы, лентяи, слушайте! Истцы сломают перья, описывая это! Здесь, в этом смердящем океане, мы отправим проклятых доминианцев в царство Аида. Пусть расскажут нашу историю, не заплакав при этом от стыда. Пусть сами боги
поднимут тихо. Чаши за нас! Разворачивай. Богам нет дела до нас! Вперед! Блин! Это вообще... Огненная бомба, давай! Фух! Давайте купим ХПшку. Не-не-не-не-не, не сбавляем ни хрена. Стреляем! Идем на таран! Куда? Ух ты! Надо вот этот вот корабль расхерачить, короче. Все, в щепки. Остался большой. Стреляем! Тихо. Удар! Удар! Готов стрелять! Стреляем! Ну давай, 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 давай. Стреляем! Херачим. Давай еще. Стреляем! Давайте, поперли. Стреляем! Блять, мимо. Давайте, 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 давайте. Стреляем! Стреляем! Блять, мимо. Стреляем! Надо, наверное, с другой стороны подойти. Стреляем! Ой. Да. Да. На, блядь, тебе. Так, удар! Приготовимся. Стреляем! Лечь в дрейф! Ни хрена, никаких дрейфов. Идем на таран! Херачим его! Атакуют! Удар! Давай Стреляем! Еще раз! Да, блядь, молоко мы стреляем. Жги его, жги! Меньше скорость! Опа! Победа! Ура благоволит всем нам! Ну слава богу! Хороший был бой! Ла-ла-ла-ла! Да, мы победили их! Да, славная Итак, битва была. Фоксит и богиня стали легендами, оставив позади сотни тысяч утопленных габбианцев. Сотни тысяч уже. Поверьте, даже сейчас я плачу. Говорят, если прошептать волнам молитву, можно услышать, как в ответ прилетит боевой клич. Алала! Алала! Так все и было. Точно так. А ты откуда знаешь-то? Какой рассказ? Богиню звали Айя. И да, она богиня. Не знаю, есть ли еще правда в твоей истории. А что есть правда? Величие, дозволено все. Должно верить в акт создания. Иначе уподобишься габинианцам. Ты хороший рассказчик, друг мой. Только не знаю, то ли это какая-то игра... То ли история. Это одно и то же, друг мой. Они неразделимы. Ну давай, 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 быстрее уже договаривай. Алла-ла! Теперь ты видишь! Итак, морские сражения выполнены, друзья. Что у нас здесь есть еще? Здесь всякой херни полно. Так, давайте задание посмотрим. А, слезы Себека. Так, а основное какое у нас задание? Путь габинианца. А всего заданий поближе слезы Себека. Да, правильно же я понимаю? Ну, пойдемте выполним слезы Себека. Или Себека. Неважно. Ах!
Так, не орать на ухо, вы чё? Орёте, блин. Как потерпевшие. Ты где лазил? Летал, наверное, чудо-юдо-рыбакит. После убийства греческого торговца в бедных кварталах... Папа, привет! Давайте, напрямую. Так, и что здесь? Здесь, по-моему, что-то с крокодилом. Что-то не так. Он болен. Я уверен, что это дурной знак. Я был уверен, что священные крокодилы ручные. Не знаю, как это случилось. Пицухас никогда ни на кого не нападал. Его глаза покраснели. Ты видел? Неужто Себик в гневе? Да нет, это нет. Просто крокодил заболел даже чем-то. Боги отвернулись от нас. Где сейчас Пицухас? Да вон он. Наш жрец Сихитеп увел его в бассейн внутри храма. Впервые вижу его таким. Тут творится что-то неладное. Да 100%. Осмотрю бассейн, где держат крокодила. Наверное, кормят какой-нибудь тухлятиной опять крокодила. Вместо того, чем кормить им... О, спрятанный папирус. Так. А вот и папирус. Так, ну что, пошли за папирусом. Где он тут? Полезли на статую. Статуя крокодила. Ну вот и папирус. Недалеко мы сбились с курса. Ярость Себека. Да вылезай уже. Чё ты боишься-то? Так, где храм? Храм. Жреца нигде не видно. Пицухас беспокоится. Лучше оставаться в тени. Да, он нас сожрет, мне кажется, даже глазом не моргнет. Тихо. А что если... Ладно, бог с ним. Тихонечко надо, тихонечко. Душа зверя. Обглодан, но не съеден. Мне почему-то кажется, у него болят зубы. То есть обглодал, но не сожрал. Так, вот там еще. Не будем... Да ничего я не покидал, я здесь. Просто тихонечко хожу. Чтобы не беспокоить крокодила. Блять, только не зли его. Кого-то ранили рядом с бассейном. Угу. Он поднялся по лестнице. Да? А где еще-то? А, вон. Вот еще. Зловонная жижа. Даже глаза режет. Нек. Блин, надо потихоньку. А то он нас захавает. А как туда пробраться-то? Сено, ну-ка покажи нам. Может быть, здесь есть вход? Нет, это за клеткой. А как пролезть за клетку-то? Вы покинули расследование. 15 метров. Ай, бля. Что-то плохо ему вообще. Страшно.
Так, попасть-то как туда? Блять, он нас сожрет. Иди нахер. Только не хавай нас. Мы тебе помочь пришли, вообще-то. Блять. Давайте лучше залезем вот сюда. Оно так как-то понадежнее. Здесь должен быть вход. Как же залезть-то? А, ну, наверное, придется покинуть область расследования, потому что я другого выхода не вижу. Мне почему-то кажется, что все-таки вход где-то рядышком. О, кровь. Кровь же. Так, крокодила отравил один козел. Пойдемте его замочим. Ой, 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 ой. Что-то я сбился с пути. Ладно, пойдем пешком. Жопа, вот это вот. Сейчас где-нибудь опять утонем. Так, 170 метров. Ой, порт Неориона. Так. Капитан. Еще капитан. Куда это ты сену нас ведешь, ну-ка? Угу, понятно. Херово все это опять. Опять здесь огромный-огромный форт. Подождите, 120 метров. То есть это не обязательно в этот форт идти? Ну да. А нет, обязательно. Отслеживаем нашу цель. Значит, мы должны ее мочкануть. Блять, сейчас... Надо действовать аккуратно. Да это понятно. Тихо, 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 тихо. Залази, ну залази, байк. Залезай. Сихитеп должен быть доволен. Все, супер. Опасная женщина. Гений, но злой. Сихитеп. Он был жрецом в храме. Тихо. Боги, что не так с этими жрецами? Жрецы устроили спектакль. Хотя бы с крокодилами все будет в порядке. Я должен сказать стражу. Так, ну мы по-тихому убили, да, ее? Относительно, конечно. Эй, ты! Иди замри. Нахер! Да, ага, сейчас, блядь. Замри. Охренеть можно. Замри, говорит. Иди сюда. Это уже, по-моему, слишком. Замри. Но мы ее по-тихому, да, сняли. Это хорошо. Уйди! Ну! Да, жрецы какие-то странные. Они плетут разные какие-то заговоры. Сейчас мы пойдем поговорим с этим. Так, рассказывай давай. Страж Себека. Болезнь крокодилов не знамение богов. Их отравили, но они поправятся. Отравили, ты уверен? Да 100%. Виновных нужно казнить. Вини в этом жреца Сихитепа. Он хочет получать больше подношений. Что? Сихитеп десница Себека? Он не мог так поступить. Как ты смеешь так говорить?
О, жрецы, никогда не изменяйте убеждениям. Я рассказал правду. Боги рассудят, как ты поступишь. Да, жрецам доверять нельзя. Итак, друзья, предлагаю на этом на сегодня закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.